Че, кто-нибудь есть? Так, я, пожалуй, открою. А, да, слышно. Yo, what the fuck? Yo, а что это за боты нахуй сидят? Пизда, их тут много. Слишком много ботов. Что я вчера делал вообще? А, я понял, я забрался в секретный дом наверх. Бля, обожаю фоновую музыку. Mankind Divided. Все внимание на таинственный NPC женщина-фотограф. Я обращал внимание на Дарье мышку, если ты понимаешь, о чем я. Забани ботов всех, слышь, короче, модератор, ты чё? Четыре каких-то непонятных этих сидят, блять, кто это нахуй? Вот кто это, блять? Откуда они здесь вообще взялись, нахуй? Бан, сука, бан, блядь. Ну а нахуй просто задырявил. Тут по Quick Resume, короче, сработало. Это... Заебал, хант хочет обновляться, ебать, чтобы... А мне надо место чистить. Я аккаунт проверял. Все боты? Короче, куда я забрался? Я вчера вышел... Да, вот так вот игра выглядит, ебать, это, конечно, блядь... Я сразу вспомнил про секретный хаос. А таких мест здесь просто тысячи. Просто, ну, не тысячи, но десятки точно. И везде ты получаешь этот Explorer и Traveler все время, когда оказываешься в таких местах. Бля, как хочу апдейт на эту игру. Серьезно. Очень тяжело ее будет пройти в таком состоянии, потому что она очень странно выглядит. И тут очень много фильм-грейна, то есть вот, ну, блядь,
Короче, гречки ебаные, блядь. Ее можно так даже назвать, в принципе. Видно, я надеюсь, по изображению. В августе 21 года. Ну, понятно. Беттер, ты же знаешь про этот дом? А вот игру прошел один раз, и на втором прохождении только, которое не полное у меня было. Ну, облака пизда. Тут вон просто видно, блядь. Текстурки 98 год, ебать, ну что поделать. Бля, я не помню, это считается как за объект? По-моему, нет, да? Да, это не считается как за объект. Короче, хочу в дом вернуться. Я кое-что здесь обнаружил. Интересно. Ебать, ну это, конечно, такой рофл. Я почти все, что можно было сказать, за классную игру проходил. Я понял. Короче, мне что очень сильно нравилось, я это обнаружил на втором прохождении, я проник в нижнюю квартиру через вентиляцию, именно через или через хакинг. Но это тогда я уже подмечал, что типа Immersive Sim, что типа ты проникаешь в квартиру, вот можно окна, можно такой хакинг, можно хакинг дистанционный, можно просто, блядь, паркуром пройти и окно открыть, то есть как бы. Вот. И то, что я подметил, тогда, по-моему, я все же дверь хакнул и зашел в квартиру, а еще же есть доступ с вентиляцией, которая тебя туда приведет. Вот это вообще классно. Ну, такого, это единица. На тот момент вообще такого не было. Prey еще тогда не вышел. Ну, массовые, массовые какие-то игры. В Dishonored было, но Dishonored игра, ну, это спецспособности. Там, конечно, дизайн уровней тоже шикарный, но там иммерсивность больше, мне кажется, не в исследовании, а в самом геймплее. Хотя тоже очень много способов, как куда-либо пройти. Что я обнаружил сейчас, это я просто охуел. Ну, хату, естественно, я там все обыскивал, шарифом созванивался, блядь, все там облутал, все дела. Но самое интересное, что я нашел, здорово, Коль. Самое интересное, что я нашел, чего я не знал раньше, это то, что ты проходишь вот так вот, и ты можешь выйти через окно, блядь, сюда. Ой, сейчас я встану. Блядь, ну давай. О, все. Я этого вообще не знал. И также можно обратно залезть. Я еще перед тем, как выйти из квартиры... перед тем, как выйти из квартиры, вот так вот вышел, короче. Я вообще не знал, я потом обратно запрыгивал. Тут вон еще один сайд-квест, где там эту девку держит, ну, чтобы она там делала эти. Топ, что-то я не понял. А это что такое? Это баг? Поддельные документы. Да, да, да. Там, кстати, классная девка сидит. Ой, блядь. FBI open up. Ну и сайд-квест. Мне очень сильно нравилось не то, что я даже тогда в квартиру проник разными способами, а то, что ты подходишь, читаешь комп и в компе получаешь сайд-квест, изучая детали. Вот это тебе никто не говорит, что вот на карте, что вот он сейчас он, вот здесь вот будет сайд-квест, там никто тебе это не говорит. Ты это находишь сам. Вот это классно. Лайза Касан. Графон, что поделать? Это же... необновленная игра. Она даже на One X не обновлялась. Бля, вот здесь вот я вообще ни разу не был. Что это за хуйня? Поставить, чтобы туда встать. Коробку, например, какую-то. Я реально сюда я точно не попадал, я это точно помню. А может и попадал. А здесь что? Что точно я так не пробирался? Explorer. Это что? Бля, это случайно не подвал, не этот.
Ого. Ну, Ubisoft топчик же. Нужно больше Ubisoft. Пас пилота на миссии Дубая. Да. А первый раз нет, когда проходил. Второй раз спас. Сейчас тоже спас. Яйкс. Просто, бля, и как? Там дверь пролезет. А я неплохо ебать. Это больше нихуя нет. Компенсация, но там написано, что да, я прошел этот, и теперь там все будет рассчитываться в течение 5-7 дней. То есть 5-7 дней они будут считать актуальный доход от подписок за месяц, вся эта статистика. И... типа это разницу с средним доходом. Почему это так долго делается, я не понимаю. А еще я не понимаю, нахуй я сюда зашел вообще изначально. А, ну просто можно, наверное, так было сюда попасть. Тут что-то есть. А, можно пробить было бы, короче, кулачком. Ну, от новых подписок смысл, нам надо этих 15 сабов набить. Как бы. Весь смысл. Так-то денег они дают очень мало. Но все на компенсации будет. Посмотрим, кстати, выпустит ее или нет. Непонятно, почему так долго. Сколько сейчас? Сейчас 10. Ровно на данный момент. Как здесь активируется? Просто врубить электричество и все? Нет, он же disabled. Не понимаю. Бля, ну единственное, что вот картинка, конечно, понятно, да, как, но... 60 FPS. У нас фастфуд. Еще один бот, что ли? Че это дохуя? It's not necessary, I'll be in soon. Good, because we've got work to do. Уже вызывают полицейских. Да, блять, меня заебал этот Хан Шоудаун, он хочет апдейт поставить. Ну, я не понимаю, мы просто сейчас выйдем на улицу, как бы, и... все. Так, ну короче, то, что я там через дом прошел, это можно было поверху пройти, а можно было через хату. Где мой дом? Вверху. Сейчас вот не хочется идти калиброваться, потому что если ты это сделаешь, ты потеряешь доступ к некоторым базовым способностям.
Да. Да. А зачем нам вообще так возвращаться, если я могу просто спуститься по-другому? Ну я хочу опять на крышу, на крыше классно. Бля, вот кто-то с таким графоном на Xbox One в нее-то играл, блядь. Не, ну это просто 27 дюймов, ебать. Монитор был бы поменьше. И все еще в 4К растягивается. Ясен хуй тут. Такая графика. Мы сейчас на крыше потусим и пойдем вниз, ну, этот сапец сделать. Хакнуть комп. Бля, ну так-то если сейчас Human Revolution запустить с Xbox 360, это вообще будет пушка ебать. Алисон Станик, это кто, бля? Что за Станик? Хранилище Верслайф. Это что, типа бомба, либо что там? Либо другой вариант? Это оно? Нет? Вот что мне еще нравится, то что здесь вот эта вот осень, осенние пейзажи. Классно. О, еще один комп. Да, конечно. Вот каждое здание, оно, блядь, ну, практически в каждое место можно попасть. В каждое здание. То есть, грубо говоря, вот стоит, грубо говоря, как, ну, это вот один дом, я даже не знаю, да? И... этот ведет вообще вниз. Тут компьютер сейчас будет. Ну там можно и по-другому забраться. Вообще прикольно, что со своей хаты можно куда угодно залететь. Социальную дочку террористку или идти в банк Палисейд. По-моему, девочку. Пульт бог машины. Да, я, короче, к ним ходил, я не банк ходил. Яйкс! Area is restricted to you, Orb. Orb. Your kind is not tolerated. Не долетел. Опять эксплорер. Вообще ведь это всего лишь 2029 год. Недалеко осталось. Свободе бир. Вот. Это не понял. Это же стиральная машина, блядь, то есть... это сушка, блядь. Ага, ну все. Бля, надеюсь, в пятницу послезавтра нормально народу соберется. Еще один RL стрем. Да, Тоха, по-моему, въебался на Кайнди Вайдер. Так, ладно, идем в дом. Бля, вот здесь территория, она просто, в принципе, микропиздическая. Вот по факту. Но в Human Revolution локации были еще меньше. Просто они по разным точкам мира. Но, блядь, здесь каждый микродом, ебать, ну каждый вот просто тут везде, куда-либо можно попасть. Каждый вот, и все продумано, все вот эти ходы. По несколько точек доступа в разные места и так далее. Так, но мы взломать дверь не сможем, поэтому мы по вентиляции. Эти, кстати, типов можно ограбить, но я не помню как. Реально не помню как.
там баг какой-то был. Еще что-то. Так, ну погнали. Maybe I'm not making myself clear. I don't want to fuck with you either. But things need to change around here. I got the connections now. I got the valleys. With that kind of muscle, I can expand this whole operation. We only deal the valleys in for 20. That's it. 20% guarantees Neon is the go-to drug all across Europe. 20% is nothing for that kind of reach. Well, I'm gonna take 50% of what's left. It's only fair. Мне улица красных фонарей понравилась. Там очень много неоновых. I deserve a fucking вещей красивых. Почему у меня аргументация слетела одна? Вот это. Don't press your luck, уёбок. А я думал, возьму как невероятное, с очень приятным эмбиентом. А мне базовый эмбиент нравится. Как только здесь находишься в хате или выходишь из хаты, прям пизда вообще просто. Охуительно. Блин, меня заебало. Че, ладно, Гозен, дойдем по-другому опять. Я думал, он на меня сагрится, сразу убьет меня, сейчас призгружаться пришлось, а он типа, ему похуй вообще. А как девка среагирует, которая там сидит? Don't push your luck, ёбак. Здесь нормально так разговаривает. Кстати, блять, вот несмотря на саму графику, понятно, что пресет текстур на Xbox One был явно, я не знаю, даже средний это или вообще лоу, наверное, что-то приближенное к среднему, просто немножко подмыленное из-за 900p, но, блять, коробки с хлопьями нормально видно. Конечно, ингредиенты, блядь, не читаются, да, не читабельные, но чипсы, блядь, название, вот, ну, я еще тогда на PS4 с этого охуевал, если честно. I should waste my time. Насерся, Аугу! А есть же ачивка, бля, по-моему, вообще всю игру по стелсу пройти, да? Или как там эта хуйня была? Еще одна хата теперь с нами. Бля, что это такое? Зачем она вот так вот говорить? Есть ачивка никого не убить? Понял. У меня концовка такая получилась, короче. Там же концовка зависит от того, скольких ты убил, плюс еще какие, с кем ты засайдился. Хакеры, сам Интерпол, бля, по-моему, еще там что-то есть. Это пизда, блядь, по-моему. Что-то по тревогам должно быть тоже, ну я понял. Ебать, в рубли. Твой видос, почему Галил подворачивался, блядь, в кабине истребителя? Почему такая тряска камера? Да я, короче, это, в этот момент заканчивал стримить как раз, и, наверное, надо было просто, блядь, как-нибудь об что-нибудь поставить, телефон, закрепить его как-то и все, а я... это... в руках держал, по-тупому получилось, да. Ну, просто как аудио включи, да и все. Там, в принципе, все правильно сказал. Foxes of the Hound, отцовку в серии Metal Gear Solid. Видос снятый на эмоциях. Ну, кстати, это правда, да. Да, так и было. Причем на плохих эмоциях. Не агрессивных, а негативных просто эмоциях.
Я говорю, я чуть не распакался, когда на сламсе играл, мне прям плохо было. Реально, прям, мне просто обидно было, что даже на этой карте эта игра, все, она скатилась просто. Все, garbage. Fucking trash. Absolute garbage. И мне так грустно от этого было. Ой, блин, здорово, Миш. Бля, я бы ее трахнул. Станик. Нет, Станика я бы не трахнул. Я бы трахнул Элайзу. Но она всего лишь AI. Но когда я в нее войду, она скажет ай-ай. Ебать, это все, ебать? Go Flight Simulator. Надо скачивать. А сколько он весит? Дайте я геймпас открою сейчас. Посмотрю. Сто сорок девять гигабайт. Но это сегодня мы уже и не скачаем. А в чем смысл игры? Просто, бля, летать как долбоёб и все. Не, ну это же игра просто на пару раз порофлить и все. Мы ж просто долетим в какие-нибудь города, там, я не знаю, наши, там, слетаем куда-нибудь просто и все, блядь, и больше эта игра не запускается, нахуй. Там с ошибкой вылетает. Почему как долбоёб сразу? Обожаю вот эту фоновую музыку в Deus. Все прекрасно. Графический стиль. Музыка, блядь. Но при всем при этом, блядь, эти 900p нахуй. Че хорошо, что хоть апскейл, ебать, есть до 4К, нахуй. Где компьютер тот самый, блядь? А, вон. Блядь, че за коробка? Нихуя, блядь. Чего, блядь? Я его сначала прочитал как асфальт, ебать. Какой-то асфальт 9, блядь. Бон-бон. Enter password. А, ебать, так третий левел. Ты чё, охуел, что ли? Ты чё, блядь? Какой третий левел? Чё за наебало? Нет, стоять, 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 стоять. По-моему, там должны... Здесь где-то этот, блядь, есть... Хуйня, короче, блять, как они называются, эти хуйни, блять, как они называются? Ебук? Или Pocket Secretary? Да, Pocket Secretary там должен быть, блять, по-моему, на этот комп. Асфальт раньше на мобилках был. Это с телефона. Алло, эксперт по Mankind DVD. DVD, ебать. Я правильно помню, что здесь должна быть где-то эта хуета, блядь. Что должен быть секретарь, короче. О, радуга, ебать. Одобряем. Должен быть это, секретарь-книжка, блядь, которая дает доступ. Что-то вот с этим компом, потому что я второй раз проходил. Что-то, бля, где-то, что-то, бля, было, бля. Бля-бля-бля. Бля, ебать, еще все. Смотрите, это была первая квартира, которую я ломился от игры, я уже не помню. Загугли, брат. Champagne crate. Beer case.
Может быть... Ну, в ебуках нихуя нету. Ну, где-то... Ну, мне кажется, должно быть здесь. Ну, конкретно с этим компом, с этой хатой, бля. Cold War будет доступен струсами бесплатно всем желающим на Xbox. Можно зайти пофармить ботов. А, ботов на стриме ты имеешь в виду? И нахуй. А, или ты имеешь в виду зайти просто поиграть? Не, я же не буду. А, вот он, Pocket Secretary. I see you, bitch! Это оно. Бон-бон. Доброног. Новичков. Да не, я не буду больше эту игру запускать. Доброног. До. Бра. Ног. Я же сказал, бля, я помню нахуй, что здесь есть этот секретарь. Все? Блять. Охуеть? Что за хуйня? Ну. А, Enter надо нажать, точно. Иван Сирко, ебать. I think I got a lead on whoever disturbing behind our backs. Apartment 202 at 33 Хлавани in Киста District. I heard some kids talking about this place, something about neon nights. I checked your records, we have never delivered to this place, wherever they got their shit from, it's not from us, Ivan out. Vlasta Novak, I got a word from Zardabok, he wants to see us start moving mass shipments on neon out of the city and he says you are the one to go through. And so I'm officially making my request 6 crates of neon to be left in my storage locker. you know the one. I'll take care of getting even the border. Yeah, I'll take care of getting it over the border. Make sure you are not followed. Vlasta. Roman Brusilov to Bon Bon. Rumor has it the numbers you're bon. Your pulling do not reflect the amount of new. You're either skimming off the top or giving product away for free. We both know you don't do either of those things, my friend. So my question is, where is the extra new one coming from, Yopta? Did Vali have a lock on production now? They're secured the lab. And you're supposed to have a lock on distribution. If Zardabok finds out that the numbers don't add up, you're the first one he's going to suspect. Be careful, Roman. А, то, что Чернобок? Или Зарнобок? Чарнобок? Чарнобок? Да похуй, бля, это чешский. Так вот, кто в русских играх и фильмах слышит. Это я. Еще американцев, которые по-русски говорят. Ну да, там, короче, пиздит поставки, ебать. То есть не все так это. Погнали. Ну там, мне вот единственное, что Mankind Divided как в отдельном произведении не нравится, это то, что в этой игре некоторые сет-квесты, некоторые задания можно пройти только идя дальше по сюжету. Потом что-то произойдет, что-то затриггерится, и в итоге можно будет дальше пройти. Ну что? А где эта хуйня, кстати? Вот этот Neon Knights. Нет, к Колеру мы не поедем. Ага. А, ну вон станция, бля, погнали, да. Го в метро. Лусу. Ща, блядь, они с наших документов просто охуеют. Папиры, блядь. Хвилку стерпений, просим. Сканую. Что пак тари маме? Окей. Жарни проблемы? Так, йо, Аугу, можешь и дал.
Спасибо, брат. Кстати, вот в катсценах, там 1080, и прям заебись вот эта гречка, ебать, пропадает с экрана нахуй. Но... Film grain, короче, вот этот эффект. И разрешение чуть повыше, блядь. Но они в динамике, блядь. Дженсен, ты близко? Зернистость, да, да, да. А нахуй мы сюда забрались? Бля, я понял. А, не, все четко. Во, нам туда. Ты делюкс здание взял? А это не я взял, это робот раскрыл. Да, там делюкс с обоими DLC. Бля, ну мне так обидно, что она так и выглядит. Вот просто оставьте те же ебучие текстуры, да, здесь явно, блядь, невысокие настройки. Хотя, вот, кстати, на PS4, мне кажется, там... прицеп настроек, ну, как в Ведьмаке, то есть хай настройки примерно. Потому что тогда игра-то вышла в 16 году, в принципе, консоль-то еще тянули. Ну, блядь, вот в катсценах она заебись выглядит. Просто вот... Ну, то мы вообще в вагоне сели. Короче... Да ты заебал, пиздец, бля. Короче, просто вот натянули бы на все вот на это 4К, как в старых, блядь, играх, как на Xbox 360 игры там натягивали, и все, бля, игра бы как конфетка выглядела. Такие уёбки, конечно, блядь, что им вам это делать. Я все время так путешествовал. О, вот он, здесь банк же. Together, you and me, we could make bank. Subhouse. Бля, еба... Ой, 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 а ретрейсинг бы еще сюда, бля. Вот просто вот, я реально вот, за что я всегда любил Mankind Divided, это за хаб, вот этот, в котором, блядь, все и происходит. Он такой милипиздрический, это просто пизда. Вот он, бля, я не знаю, это одна сотая, наверное, или одна 150-я просто всей локации Вальхалл, наверное. Все Англии, да, в целом. Но, бля, какой он красивый, нахуй. Какой он классный, блядь. Ну, на PS4, конечно, мне играть было заебись в плане графики, но FPS, блядь, пиздец проседал. В боевых сценах особенно там. В электронике, кстати, вот это квест тоже будет, блядь, все вспомнил. Не та станция. Та-та-та. Смотри, блядь, во. Видишь? А это в офис 29. Все, я сюда приехал. Все четко, брат. Вот этот дом тот самый, мы сейчас исследовать здесь будем. О, видишь? Да, здесь красиво, конечно. Я не помню, в какую точно хату это. Я сейчас просто так хожу по приколу. Не более того. Ну, сюда можно вообще так зайти. Просто максимально исследую. Да, нам пизда, да? А, бля, я не туда нажал. Ой. Ёбаный рот. Что это, побочка? Ну, ведет какую-то потемки после ванка. Ну вот, да, сюда сначала. Сначала в хату она ведет. Бля, зачем вообще что-либо взламывать, нахуй? Там можно вот так вот просто сделать, в принципе, и все.
Я помню, тут еще секретные эти будут, лобби какие-то или что-то типа того. Бля, это край города, нахуй. Просто как здесь красиво, ебаный рот, бля, все равно. Даже с такой... такой графикой. То же самое. А нахуй мы сюда вообще зашли, в эту квартиру? А, ну все, да, туда можно было забраться. На в хату к Миллеру залетай. А Миллер это кто? Что-то забыл. Тут вообще все хаты, блядь, можно отлетать. А, это этот, начальник Дженсона, блядь, вспомнил. Тут вообще во многие квартиры можно попасть. Причем, бля, вот самый главный прикол то, что, ну, в некоторых дверях все равно хакинг потребуется, конечно. Но, в принципе, блядь, никто не запрещает. Блядь, да что он делает? Обама. Во, заебись. Ноль 3.10. А на чё, кот? Класс. Блять, заебись, он хот-дог оставил. Бля, но все равно, даже вот с такой графикой, игра все равно чувствуется, что это поколение не Xbox 360 и PlayStation 3. Видно по уровню графики в целом вообще, конечно. Молодцы они. Блять. Тут все закрыто. Да, бля, это вот по квесту я помню, я ломал эту стену. Ну, не помню, как сюда попасть. А, вон там типа отдыхают. Ага. Во. Там потом этот, квартира Миллера что-то с квестом с каким-то связано. Потом, блядь, тут вообще просто каждая хата, блядь. Много чего происходит здесь. Что там, блядь, потом еще стенку надо продать, блядь. Тут вообще много на какие вещи возвращаешься и смотришь по-другому совершенно. По факту ты также можешь что-то раньше времени найти. Надо искать сейчас. А, ну вот, комп есть. А это его же, да? Да, это его уже дом. Как раз таки здесь-то и надо поискать все. Ну не здесь, а вообще в 202-й квартире получается. Это мы сейчас в его доме находимся. А это 203-я получается. А стрим нормально сейчас идет, а то у меня что-то с телефона подлагивает немного. Это какая? 204-я.
Но вот нам туда надо как-то попасть. Я понял. Вроде какие-то коды получил. Ну, бля. Тут закрыто все. Бля, а может туда можно как-то... Резкий поворот камеры быстрее дает осенне. А, все, я понял. Видите, там вот вентиляция есть. Заебись. Come on in. Weapons for sale. А, заебись, тут недалеко, блядь, квартира. ФСБшненько, ебать, но... Они тут оружием торгуют. Красавчики, ебать. Уёбок. You're interested in some merchandise, он сказал. Блядь, да хорош. Да, он реально говорит ёбок. Бля, вот это лучший торговец нахуй в галактике. А, ну это та же самая хата. Это тот же уровень. Бля, плохо. А, ебать, так там вон лестница. Ой, не лестница, это, блядь. Вон, блядь. Туда допрыгнуть можно по-любому. Бля, таким способом я еще не забирался, если честно говорить. Все, заебись, погнали. Так можно реально туда забраться? Ебать! Лейра пич! Мы реально это сделали. Human presence detected. Engaging smart home system. Smart system engaged. Scanning bio data. Здравствуйте. Unauthorized presence confirmed. Intruder protocols engaged. The greatest concerns of the digital age. You are not the authorized homeowner. Your presence in this home is not certified. Human presence detected. Engaging smart home system. Smart system engaged. Scan bio data. Unauthorized presence confirmed. Intruder protocols. Так громко разговаривает этот дом. Где комп-то, блядь? Илона. А это, блядь, там же это underground наркотики, ебай, я помню там, как туда попасть. Please, Илонка, just because I get invited somewhere doesn't mean you have to go. Пётр переживает. And wait for local authorities to arrive. But with the United Nations set to debate the Human Restoration Act in a... Кто-нибудь помнит, где? А, вон он, блядь. Бля, пиздец. Тут вон как. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Please hold still as I scan you. Thank you. Welcome to your smart home system. Possible contact. Wait, what the?
It's no less than you deserve. Сюда реально мусора приехали. Чё за хуйня? Надо было быстро. Trace program initiated. Access granted. Блять, как эту хуйню вырубить? Всё, да? Would you rather I sounded different? Would you rather I sounded different? Security is of utmost importance. Your secrets are laid bare. А дистанционно, интересно, можно было ноутбук взломать и открыть эти, блядь? Хотя, какой смысл? Неон рейв, вот это, где там люди с матного наркотика сходили. Баба Яга. Ой, телефон звонит, секунду. Я тут. Бра. А дальше-то чё надо? Jobless. Ну ты, по-моему, дальше по квесту ты не попадёшь. Да, по-моему, пока по сюжету дальше не продвинешься, если я не ошибаюсь. А нет, еще надо искать. Ну вот это я что-то не помню уже, если честно. Я помню, что там что-то уборку надо вызвать, реально, блядь. Чтобы они трупак нашли этот, по-моему, или что там.
Беттер, ты помнишь, нет? Да, я, кстати, Беттер открыл его сейчас профиль, ты это бот какой-то левый. О, еще раз Pocket Secretary забрали. А, мы ж перезагружались, блять, точно. Обама. Точняк. Плохо по бочке помнишь? А этот квест помню, кстати, неплохо так, учитывая, что уже 5 лет прошло. Сонно сейчас приготовим. Вот что там? Просто телек. О. Еще один Pocket Secretary. А, там, короче, вызываешь, блядь, службу клининга, короче. И в итоге там тебе приглашение-то и дают. Да-да-да. Я понял. Я просто это понял. Теперь можно выходить, по-моему. Чё там теперь в задании написано? Бля, если сила есть, а хакерства не было, вон, бля, можно вообще стенку проебашить, короче. Вперед пройти. А прикинь, короче, реально, вот играет какой-нибудь америкос, да, в игру, например. А, слышит, уёбок, и он такой думает, бля, это, наверное, друг или уважаемый клиент, значит. Ебать, там растяжка нахуй. You want to do business? He's the one you want. I sell to anyone. We have ordered even crazy уёбок. Crazy уёбок. Yeah. Get out of here, freak. Now. Что? Что? Теперь вот только надо вспомнить. По-моему, там дальше по сюжету должна прибыть Клининг студия, бля, и после этого уже дальше все продвинется. По-моему, так. Или там просто с территории уйти надо, я что-то не помню. Точно знаю, что некоторые квесты продвигаются только при... Когда ты полностью съебешься. Или пройдешься, как минимум. Вот жалко, что в клуб нельзя попасть. Вот все время проходит, что тут играет музыка, ебать, а попасть туда нельзя.
А чё она стоит, блин? Nothing. It belonged to an org who got deported to. Don't be pushy. Spotted at a police office. Identification. Okay, you're good to go. Thank you. Он хоть реально пошел. This city have a bad reputation, but some of us are doing our best every day to change that. Беттер, повесточка. Посмотри на нее. Ты понял, о чем я, короче, Беттер. Уже в 16-м году, бля. Ну, игра американская, бля. Даже в Праге они уже, блядь, насвали. Кого? Ну, понятно, кого. So my client beat him to death with a bit. You interested in some hacking software, maybe? If you're interested in certain specialty items, you should ask the guy behind the counter. Hey, you! We got faulty to the sale in line. Zlochinci a Musa. Oh. Ну, ну, я понял. У нас нету биосела. Скоро мы все понажим. I always get a little nervous when I go to the summer. Повестка есть, по-моему, что ты себя представляешь. Ну вот у меня такое же отношение к этому. Бля, вот здесь вот тоже кое-что произойдет в вот этом здании. Тут такая перестрелка будет, ебать. Ну, если хочешь, конечно. Поэтому я к Last of Us очень хорошо отношусь. Стоп, а чё у нас здесь? Ебать. Так жестко. Быстро. Бра. Даже можно попасть. Беттер, любишь Кори Балрога, ебай? Бридж софтворе. Но вдруг ты God of War не любишь, а Кори Барлога прям обожаешь. Опа, ощущка. I can only fight enemies I can see. Complete one hacking challenge with the Fox Security without using reveal software. Нихуя себе, блядь. Ебук. Бруа. Бля, где этот тот театр, бля, где эта сумасшедшая женщина сидит, которую можно что-то вытянуть за границу? Либо мужчину, у которого дети, ебать. Сложный выбор. Просто вот это место очень похоже на... А, ну вон, кстати говоря. Поехали. Где мы сейчас вообще? Что это? Не помню, чтобы здесь был. А может быть сейчас что-то произойдет, и я резко вспомню. Знакомое место. Сейчас.
Надо Human Revolution покупать Better. Хоть раз ты должен пройти. Но многие, кстати, не воспринимают Mankind Divided вообще нормально. То есть многие просто любят Human Revolution и все. Не знаю, за что так любят. Но они ее воспринимают как законченное произведение, а Mankind Divided — это филлерный клиффхенгер, обрезанный, как они говорят. А зачем нам EMP-генератор? О, нихуя тут. Triangle Code. Better, а ты не помнишь? Вот одно DLC точно я запомнил, вот оно про тюрьму. А первое, System Rift, это ж, по-моему, хакерское какое-то, чё-то там, бля. А зачем, кстати, реально генератор? Что, нужен для чего-то? Ну, в банк в это, да? То есть, и просто, по сути, это один уровень. То есть, просто, ну, попасть в банк. Танк. Что это вообще за локация? Какая-то бомжатская, непонятная. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Играл за синий, ничего не могу сказать, понял. Бэттера, а чё круче, Human Revolution или Mankind DVD? People probably think I'm crazy living in the sewer like this. Well, it's the safest place in Prague these days. Почему все так любят Human Revolution? Почему я его не смог пройти, Бэттер? Хотя я в него пытался садиться на ПК после того, как Mankind DVD прошел на PS4. Я в него играл еще в 2011 году и тогда не смог, нихуя не понял, неинтересно было. И вот даже сейчас. Ну, это не сейчас, а 5 лет назад. Тоже не смог. Просто неинтересно. Ну, поиграл часов 10, наверное. Помню, что в Шанхае уже оказался. Это что за хуйня? А, ну, бля, я понял, что это за туннели. Тут, по-моему, еще эту Дарью мышку надо будет искать. Сьюверс, да. Синдром завышенных ожиданий. Люди ждали те же впечатления, которые им подарил HR. А как можно вот подарить те же впечатления, как HR в 2011 году, который вышел, если Deus Ex не выходил там чуть ли практически там, ну сколько там, больше там 8 лет, да, там или 5 лет, сколько. И, ну, они, ну, это же игра, которая вот уже задала определенную механику, определенный движок, определенные геймплейные какие-то фишки, правильно? Ну, то есть, по сути, а как можно сделать... Мне кажется, Mankind Divided лучше, хоть он в каких-то моментах недопиленный, но он просто не дарит столько свежих эмоций, наверное, как дарил Human Revolution, но это и невозможно. Как ты это сделаешь?
Это только вот если бы, например, первая игра бы была бы не очень, а вторая бы выстрелила. Это вот как, например, первый Ассасин и второй. По факту, первый Ассасин был очень уникальный, но он был очень пустой, там было нечего делать, по сути. Это просто, ну, вообще, блядь, пизда. Игра просто пустейшая была, там вообще нечего было делать. И очень много было вырезано, но игра достаточно неплохая была. И поэтому вторая смогла ее легко обойти и подарить новое впечатление. А вот после второй Brotherhood стал лучше, как игра, например, но уже супер новых ощущений не было. Тоже вот как вот можно после такого Human Revolution, который прекрасная игра и все дела, типа, как можно сделать игру, которая столько же новых впечатлений подарит, как игра, которая, по сути, первооткрыватель, и она уже была на настолько высоком уровне. Это вот то же самое, как вот они вот, ну, например, CD Projekt сделали третьего Ведьмака, и потом они делают четвертого, или даже, ладно, вот просто вот сделали они Киберпанк 2077, и потом выходит Киберпанк 2079, я не знаю, да, полностью Next Gen проект, все дела. А что они смогут показать в нем? Даже если они бы лет 5 будут пилить, что они? Ну, игра будет круче, чем первая часть. Будет более там хорошо с технической стороны. Не будет проблем, так как игра будет только для новых консолей. Ну, игра там будет, там город больше будет, да, новых возможностей каких-то будет больше. Но это же не будет те впечатления, как, которые подарил, например, вот, допустим, этот Киберпанк выйдет там в 2025 году, да, там новый. А этот Киберпанк вышел в 2020. И он определенные эмоции подарил. Ну, а как вот? Я не знаю просто. Как вот это вот может быть? Как вот сделать так, чтобы, если игра настолько прекрасная, чтобы сиквел подарил больше эмоций? Я вот хочу честно сказать, я RDR 1 проходил несколько раз на PlayStation 3 в 2013 году с ужасной графикой, все дела, я проходил там дополнение. И проходил на Xbox. Дополнение тоже. И саму игру полтора раза прошел еще потом на Xbox One уже. И я очень сильно ждал вторую часть, прям отсчитывал, вот последние как месяцы оставались, я прям пересматривал геймплейный трейлер и все новые слухи собирал, все там смотрел, выискивал все дела. И действительно, вот RDR 2 мне подарило очень много эмоций, там супер интересно было. И вот там, ну вот я не знаю, как объяснить, но вот она реально очень крутая была. Она очень крутая была графически, удивлялась своей проработкой мира. Ну и в целом вообще она мне во всем понравилась. Я эту игру два раза прошел. Такую огромную игру я прошел два раза. То есть. И, но по факту, чисто сюжетно, мне все равно первая часть, например, больше нравится. Даже несмотря на все то, что, блядь, одна игра 2010-го, а другая, блядь, вышла на другое поколение консолей спустя 8 лет. То есть, ну, как бы это совершенно другая игра уже. Но вот мне все равно почему-то, как бы, первый RDR, наверное, больше нравится. И мне нравились там больше в знаке вопроса. Они гораздо интереснее были, потому что у них была нелинейность, и, действительно, больше интереса их выполнять даже по несколько раз, а не только на одно прохождение. Мне больше нравился сюжет. Мне сам больше Джон Марстон гораздо нравился, чем Артур Морган. Потому что Артур, ну, он такой притянутый за уши, его все так возводили, вот особенно американцы, типа, когда RDR вышел, что ебать, какой он прекрасный, что типа вот он самый лучший игровой персонаж вообще ever, там, и все дела. Я вообще этого не понял, если честно. Мне Джон Марстон гораздо больше понравился. Но в целом, то есть, как вот игра, да, по технологиям, вот вторая часть скакнула, и, в принципе, наверное, на эмоции дохуя новых дарит, в том числе из-за этих технологий. Но мне все равно RDR 1 больше нравится. То есть, ну а как вот, как вот можно после Human Revolution, который всем так нравился, который придумал определенные механики, дизайн, уровень, определенное там оружие, способности, как можно сделать так, чтобы продолжение этой игры, именно продолжение, сделало... какие-то новые эмоции. Как это можно сделать вообще? Единственное, что непонятно, почему 5 лет на разработку ушло у пацанов. Вот это вот действительно мне непонятно. Вот это очень странно было. Но я не понимаю реально, о каких новых эмоциях идет речь.
По-моему, игра более чем справилась своей задачей. В нее интересно играть. В ней интересно исследовать мир, это самое главное. Я не понимаю просто, что еще они хотели. Переделывали сюжет часто, да? Ну ты же знаешь, да, эту теорию, которая уже, блядь, столько же лет, сколько игре, что типа Дженсен на самом деле клон и так далее, типа... Наверняка есть еще какие-нибудь теории забавненькие. Даже от Дженсона хотели изначально отказаться, но это я знаю, да. Блин, нам так-то здесь делать нечего, нам надо выкатываться отсюда, наверное. Но прикольно, что мы сюда попали, пиздец просто. А все началось, вот до сих пор меня Девус удивляет. А все началось просто с того, что мы попали на улице в какое-то заброшенное здание. И вот мы доисследовали до того, что мы попали в секретную канализацию. Ну там понятно, что вот канализацию можно другими путями попасть, но сам факт, блядь. Беттер, слушай, у тебя как там температура вообще, как настроение? Погнали в тусовку посидим. Заодно Deus Ex пообсуждаем. Видишь, на стриме все равно никого сейчас нету. Пообщаемся за Deus Ex. Я же знаю, тебе это очень важна, эта игра. Мне интересно тебя послушать в целом. Да и посидеть. Я через час уже ужин отсюда примерно. Но все равно. Немножко посидим. -13 градусов на улице. Но у меня тоже похолодание наконец-то. Внезапно пришла осень. Вот и хорошо. И уже заждались, блядь. Сейчас, секунду, телефон звонит. Так, я снова тут. Чё, Беттер, ты заходишь? Чё мы здесь делаем? А, это же, блядь, нам наверх надо подняться. Чем мне нравится то, что здесь ты отправляешься в разные локации совершенно. Когда, например, на какие-то строго сюжетные миссии тебя могут вообще хрен знает куда отправить. Это классно. Бля, вот просто, блядь, обошли здание нахуй. Зашли, ебать. И вот просто вот мы попали, блядь, в тупенку метро, блядь. Просто вниз. Вот это классно. Потому что я все исследовал, прошел, блядь, обошел и... Так, ну... Я бы, наверное, в хаб обратно двинулся. Hold it, Clank. Let me see your permit and be quick about it. I'm sure you'll find everything in order, officer. What's the matter, eh? I'm holding you up from some important... This is a BH-847. Is that what it is? Sounds impressive. Are you going to be a problem? Eyes to yourself. You are cleared through this checkpoint. Go about your... Бизнес. Че, приглашение? Тусовку? Беттер, да кинь инвайт, ладно, ты же уже сидишь сейчас все равно. Я зайду просто и все. А где этот?
Алло, прием. Привет. Привет. Прием. Ого, громко. Сейчас я поднастрою тут. У меня для тебя тут кое-что есть. Алло. Алло, алло. Да, у меня для тебя тут кое-что есть. Так, я понял, я слышу. Ветеран. Диби-диби, Алесия. Бля, ну это просто, это ебаная пушка, нахуй. Я вообще не думал, что когда-нибудь полюблю этот трек настолько сильно. Просто настолько. Классный трек. Гаитинский язык какой-то. Если я правильно... Короче, смесь французского, блять, грубо говоря. Судя по... Ну это острова, понял, короче. Типа Гаити. Это ты в курсе? Остров этих, блять. Остров Вуду, по-моему. Остров зомби, блять. Все там произошло. Дети сами, да? Кто? О, нихуя себе, смотри-ка, ебать. Киберпанк 2077. Бля, надо музыку еще соответствующую. Сейчас, где она, нахуй? Но у меня нету этого трека, под который все баги киберпанка показывают. Ну ладно, я вот это включу. Что, обратил на стриме? Да. Ты видишь, блядь, что она делает? Ну, ты увидел? Да. Заебись, да? Да, как это плохая игра. Все, репорт ноль на Метрокиллерске. Почему игра никому не понравилась? Бля, как метро-то завязать, я забываю, нахуй. Где мое там это? Твой вагон? Мое пройтись. Да, мой вагон. У тебя голос шарится? Галочку я ставил, да. А, вот, аукс. Если тело даже... Тебе нравится, что ли, в этот чистокровный вагон залезать постоянно? Все тело не подпрашивали. Конечно, по приколу. Ну, я сейчас в ауговский залез. Бля, он только в вагон зашел, у меня уже загрузка прошла. Практически. Мне кажется, игра уже прогрузилась и просто специально ждет, чтобы анимацию воспроизвести. Скорее всего. Я все-таки не понимаю скворечников. После мстюнов. Почему нельзя патч сделать? Нет, почему после провальных мстюнов они решили делать Стражи Галактики? Договор, может, какой-то. Но они не совсем провальные, они же все равно бабки получили за это. Вот мне Ост вот здесь вот нравится, на базовой локации вот это, слышишь, вот это просто, вот он вообще прям душу пробирает. Слушай, ну игра, конечно, выглядит пиздец. Ну, разрешения просто не хватает. Ну, качество текстур тоже. Ну, не страшнее Квантум. Пизда, блядь, без так-то выглядит. Если только близко к монитору смотреть. Там, знаешь, в чем прикол? Смотри, в Квантуме они даже на Xbox One средние текстуры сделали, братан, понимаешь? То есть пресет средних настроек, поэтому они разрешение занизили в ебеня. И поэтому у тебя типа вблизи ты смотришь, у тебя просто ебаное мыло. А если ты подальше от монитора сядешь, у тебя текстуры заебись будут смотреться. Я сам знаю, что я говорю на Xbox One, когда я играл. А с Xbox One X Quantum там в 4К идет, ебать. Там все четко, братан. Вообще все охуенно. У тебя четко, блин, очень. Да нормально. Ну, я играл в таком. Как у тебя? What do you want, Clank? Я же играл в таких словах. Нормально. Хотя бы вообще поиграть получилось, это... Вот, вот, тем более. Ну блин, вот сюда нужен XGM патч, конечно. Срочно вообще. Да даже Xbox One X патч. Но они уже не будут делать, потому что... А как вот, например, на... что с Xbox One X делать? Но, блин, ты знаешь... Мне кажется, нельзя гасить надежду, потому что... Кто вот, например... С какого хрена вот они сделали Ubisoft патч на Odyssey? Вот с какого хуя? А знаешь, почему сделали? А потому что люди до сих пор в эту игру играют. Конечно. И сюда тоже могут сделать. Ну, Square Enix-ники, бля, им надо свое очко продавать в Microsoft, и все будет четко. И мы увидим Deus Ex. Я готов Deus Ex ждать еще лет 5. Но когда я в него поиграю, я буду чувствовать, что I actually asked for this, ебать. Вот что я буду чувствовать. Если они что будут его делать, а то... Да сделают, может уже делают. Они всем продают свое очко. Миша. Включи со звуком на 1%, чтобы засчитывало зрителя. Ну у меня звук включен, у меня просто наушники к этому боксу подключены. Кстати, по идее, наверное, можно было тусовку через компьютер зайти. Типа, чем мне тут сидеть, Форзу слушать?
Forza Horizon. Диби-диби, Алесиям. Так, у меня вопрос. Что не так с играми Coalition? Я выезжаю в Екатеринбург. И мне вот вообще пофигу на твои приказы. Понял, капитан, нахуй? Я уже выехал, бля. Я тебе отвечаю. Вот вообще похуй на твои приказы. It isn't about you, Captain. Ну, расскажешь мне? Что? Вкратце расскажи просто, что неприязнь такая? Мне почему-то гири вторые, третьи немного скучными кажется после четвертых и пятых. Но там персонажи хуже. Четвертый и пятый. Кроме сына Маркуса Феникса, ну, по-моему, логично. То есть, ну, я не знаю, в чем хейт обоснован? Чем? Тоном, мне кажется. Но тебе не нравится то, что они адвенчер сделали по типу Uncharted из Gears of в этом плане? Ну, в четвертой это прям сильно заметно. Там прям сильно заметно, что это прям, ну, приключенческий боевик. Нахуй они систему укрытий сделали в Deus Ex, она, блядь, вообще не нужна. Это, блядь, вот то же самое, если бы в Dishonored, ебать, хуяк и системку сделали бы. Нахуй она нужна, реально. Кто ее пользуется? Ну, для бля, вот так вот игра нужно. Красиво выглядит. Safety, да. Подожди, ты знаешь этот трек? Серьезно? Ты его не знает. Красава. Так, ну, в общем-то, и. Ну, а чё? Чё не так-то в Гирзах, ебать? Ты ж понимаешь, что в четвертой части дохуя нового оружия. Игра по-другому играется совершенно. Графика на другом уровне. То есть скачок между второй и третью. Он не такой большой, как скачок между третьей и четвертой. В плане технологий, в плане новых механик, в плане геймплея, в плане вот этих интересных своё ситуаций, поколение. Которых реально купили. Ну да, да. Но все равно как бы. Разница между четвертой и пятой тоже значительная на самом деле. Четвертый немного даже туповатый в каких-то местах выглядит по сравнению с пятой, потому что пятый происходит даже больше интересных событий. Полуоткрытый мир, блядь. Ну то есть. Тоже какие-то свои уникальные вещи есть. Так в чем, да ёбка, в чем, что не так-то? Тон игр, юморески вот эти бесконечные, не совсем уместные. Раньше их не было? Раньше они были, но они были в меру. Тут просто, я не знаю, каждый диалог это какая-то попытка пошутить, либо фейспалм игрока вызвать. Я даже не знаю. Ну, может, это такое впечатление складывает, потому что таких персонажей стало больше. Ведь раньше шутили только Берт и Коул, а Дом и Маркус с серьезными ебальниками стояли. А теперь шутит Дел, Оскар, блядь. Кейт тоже иногда шутки отпускает. GD сам тоже шутит. Может, в этом прикол просто? Но раньше же тоже шутили. Ты вспомни, сколько шуток от Коула было и от Берда. Берт вообще там дырявил и дырявил нахуй своим сарказмом, блядь. Ну да, ну, по делу шутили. Как-то иногда не совсем по делу. Бля, брат, здесь реально повесточка чувствуется, ебать, братан, 2016 год, ебать, а образумисты-то уже делали, ебать, all human lives matter, ебать, ты в курсе, нахуй? Предвидели, сейчас бы да. За такое бы наказали бы, ебать, потому что, ебать, ладно. Бля, ну так обидно за пресет текстур, блять, вот серьезно, вот эту игру, короче, вот смотришь на дом, блять, он уебищный выглядит на расстоянии. Подходишь ближе, он нормально выглядит в целом. Вот реально 30 метров дистанции. А вот некоторые текстуры хорошо смотрятся. Ну, короче, бля, вот... О, если бы, короче, был бы Next Gen Patch... Или... Мне не нужен Next Gen Patch, я понимаю. На какой нахуй ретрейсинг, хуесинг? Просто пресет настроек с ПК, с ультры завезите, и все. И все. Больше ничего не надо. Либо, если настолько влом, сука, сделайте просто 4К. Все. И Quad HD на Series S. Все. Ну, пожалуйста, блядь. Готов даже с такими текстурами играть. Но дайте просто нормальное разрешение, блядь. Так хочется вот в это поиграть, но я не могу, мне вот мешает. У меня ощущение, что я в какую-то хуйню играю. В плане, ну, графического исполнения, понимаешь? Я же понимаю, как эта игра может выглядеть. Я же, блядь, ее на старом мониторе, на блоке помню, она охуенно выглядела. Типа, сейчас она заебись выглядит из-за того, что Моник у меня, ну, там, авто HDR, блядь. Преобразование HDR, картинки в HDR, блядь. И сочно, ярко, но, блядь, качества не хватает. Я же понимаю, как эта игра может и вообще должна выглядеть, если посмотреть там ПК настройки, да? Но... Больше Мстителей играть. Там, по-моему, сколько? Спустя полгода, что ли, Next Gen Patch завезли? Спустя полгода после выхода или как? После выхода. О,
Фигня какой-то занимается, мне кажется, пока они вот эту всякую чепуху делают, нормальные люди из этого Эйдос Монреаль уже все поубегают. Потом в итоге, даже если и захотят там, ну, Делс сделать, там уже некому его будет просто делать. Кого? В смысле кого? Кого делать? Деус. Если тебя образумится. Мы Деус сами сделаем, нахуй. Я вразумись, нахуй, на самом деле. Блять, ну вот дизайн уровней, ну вот, блять, ну вот. Почему так не умеют игры делать? Почему, блять, я такое только в Prey, нахуй, видел? Где, блять, вообще Immersive Sim, сука, куда он делся, бля? Вот посмотри, нахуй, вот видишь, видишь, что происходит? Вот стоит гвард, ебать. Это side entry, то есть это не основной вход на задание к этому келлеру, спасать его, блять. Вот, вот тебе коробочки поставили. Если ты головку свою развернешь, ебать, повернешься и заберешься по стелсу, блять. И ничего для этого не требуется, блядь. Просто нужно смекалка, блядь, и чуть ебальник развернуть, как там, на 180 градусов, блядь. А тут можно вот так вот. Вот именно, что, прикинь, ты проходил, блядь, несколько раз, и ты не там залазил. И я тоже проходил, и я не там залазил, братан. Я тебе больше скажу, понимаешь? Вот почему так нельзя делать, блядь? Я говорю, вот вся карта... Я почему Mankind Divided так и полюбил? То, что я... Там нету супер какой-то вариативности в плане... в сайт-квестах, да, например, вот. Но ты все время что-то новое находишь. Ты все время находишь. На первом прохождении ты по одному пути миссию прошел, потом по другому. Но ты вот, блядь, миллион способов, как на одну и ту же локацию попасть. Ну, это же великолепно, блядь. Потому что таким геймдизайном нужно думать. Это же тебе не половину Англии, короче, сделать пустой. С камушками. Вот, да. Бля, помнишь, как на плойке, короче, это игра пизда тормозила, когда добивалки делал? Бля, там такой пиздец был, помнишь эту хуйню? Там просто пиздос был вообще. Ну не очень сильно. Здесь помню. Заебись. Но я уже намного позже, чем она вышла, играл в нее. Может, пофиксили? Нет, там прям сильно FPS дропался, братан, я тебе отвечаю. Может, дропался, да, я здесь это, с пистолетом стрелял. А. Делал бум-бум. Слушай, купи себе тоже, пока скидка действует, а? Давай синхронное прохождение устроим. Ну и ты воспоминания свежи. Сам подумай. Ты, конечно, там платину выбил, все дела. Но 5 лет же уже прошло с релиза. Я меньше прошел. Поскольку я проходил. Ну-ка даже. Аска когда? Не поленюсь. Сейчас посмотрю. Мне даже интересно стало, когда я проходил. И сколько на, посмотрите, у меня на платину ушло времени. Там этот брич, конечно, палки в колеса минусовал. Почему? Мне он не понравился. А брич это что у нас? Это кооперативная вот эта херня? Да. Когда они когда транзакции всякие напихали еще. Тоже помню еще. Возьми себе! Брат, возьми себя за $7. Пока есть возможность. Сядешь, кайфанешь, реально. Вы, получается, в феврале 17 года я проходил. Ну, февраль 17-го, уже 3,5 года прошло с того момента. 4,5 года, нахуй. Понимаешь? Так, а начал я, когда... Начал я, получается, 31 января 17-го. Платим. Видел, не так уж и далеко от релиза. Вот он взял 15-го. Ну, к сожалению, печально, что я не так далеко, потому что я по скидке брал. А скидка идем быстро, наверное, появилась. Там совсем хреновые продажи. Это как с Dead Space, походу. Чувак сейчас лежит, отдыхает. Чё, будешь брать бета? Ну, пока не знаю, ну-ка, до какого скидка-то? Может... Давай, $7, братан, и дополнение пройдешь как раз. 1000 G-поинтов выбьешь, если захочешь. Ой, бридж во второй раз.
А зачем бридж-то второй раз делать? Там ачивки, что ли? Да, ачивки там не платины. Яйкс. Яйкс. Брат, ну зато смотри. Я тут работаю маркетологом у... Ой, в смысле, смотри. Значит, у тебя какие преимущества? Во-первых, игра $7, во-вторых, ты не играл в сезон пас, в-третьих, ты поиграешь 60 FPS. А это очень весомо. Ой, сейчас подожди. Так, распродажа. Понял. А все, ГГ. Она уже не 7, она уже 45 стоит. Плохо. Алло, я тут. Извиняюсь, что так долго отошел. Да нормально. О! Ну давай, брат, давай покупай, я хочу синхронку с тобой начать. Ты знаешь, что сейчас такая тема? Стоит. Чего? $45 она стоит. В смысле? Видимо, закончилась скидка. Скидка закончилась? Ну, better. Давай Майкл напишем. Блин, как ты так не успел? А я ведь ее тогда весной еще хотел взять. Ну вот, хорошо, что сейчас это Андрею говорил взять. Но если бы он бы не взял, я бы сам бы ее купил. Я просто очень сильно сомневался из-за графики. Блядские уебки. А тебе понимаешь, да, почему я люблю больше Прагу, чем Детройт? Заходи, покупай, уебок. Блядские уебки. Бля, я обожаю это место. Тут и хейтил, по-моему, вот за это.
не знаю. Что, типа, ой, стереотипы опять какие-то. А в чем стереотипы, блядь? Ну, в английском в Детройте тебе скажут move on, asshole, а здесь тебе сказали move on, уёбок. Все, стереотип, пизда, репорт, да, клюква. Все, понятно. Все. Бан. Диби-диби, али асиян. Диби-диби, али эси-бан. Эси-бан, вот. Блин, ну прикольно то, что ты вот отходишь, и каждый миллиметр даже вот этой части локации, то есть не всего хаба Чехии, а вот даже вот просто рядом с домом, ты, каждый миллиметр, вот мы зашли в одно здание, помнишь, там вниз куда-то попали, в другую часть здания, там комп, короче, засекреченный, и здесь вообще, короче, эти нелегальные документы делают, ну просто вот, вот за это я еще тогда полюбил Mankind Divided, хоть я тогда в Human Revolution толком не играл. На тот момент. То есть я в нее поиграл еще, ну, 2011 год, что я там, мне сколько лет, я даже не помню, сколько было там, 13-14, я не помню. Вот, и как бы, ну, не смог, не понял, наверное, может, неприятно на мне было или еще что-то. Не ценил я тогда такие игры. Но вот сейчас, даже вот вспоминая, как я играл в 16 году, я за это и полюбил эту игру. Каждый миллиметр ты исследуешь. Вот каждый миллиметр ты проходишь, это что ты здесь находишь. Поэтому у игры реграбельность просто сумасшедшая. И вот эту вот игру ни в коем случае нельзя... ни в коем случае нельзя что-то смотреть в интернете. А как вот этот гайд сделал? Или там, как вот туда пройти? Или, например, а что там, как вот эту миссию пройти? Ты должен все сам прознать. Мне кажется... И это великолепно. Поколение Fortnite не любит думать. Ну. Я не знаю, что здесь сказать. Кстати, мне бы закупиться, наверное, надо. Еще, кстати, кто не понял, я прошел пролог, да, который в Дубае, но по факту мне сейчас нужно идти ресетать свои аргументы, короче, вот, и начинать прокачку. Сейчас, потому что сбой в системе у Дженсона, то есть если ты заходишь в колесо, или в колесо прокачки, по-моему, там, короче, просто пустота и помехи. Но по факту ты изначально имеешь какие-то базовые способности, это раскидывание всех и вся, несколько этих стаков там открафтить надо. Либо летальное, либо нелетальное, так как я взял нелетальное оружие, мне дали газовые бомбы, которые в АУЕ раскидывают. Это маскировка, зрение, которое тоже, кстати, прокачано, потому что позволяет врагов сквозь стены видеть. А, по-моему, на первом левеле там не будет такого. Или предметы там что-то не подсвечиваются, я точно не помню. И плюс еще глушение шуму шагов. То есть, ну... И вот, и, когда мы сейчас это пойдем, ресетнем, вот, ну, вот у нас уже все, у нас ноль будет. Полный причем. Обожаю Прагу, реально. Вот за эту игру я полюбил. За каждый миллиметр. То, что можно исследовать. Вот, кстати, вот мы здесь, когда играли, да, вот мы, смотрите, мы вот проходили здесь, залазили наверх, вырубили чувака. Можно было чувака вообще просто взять здесь, застрелить, да, и пройти. По факту здесь... отсюда как-то можно, по-моему, дальше пройти туда, если не ошибаюсь. Либо он просто сейф охранял. Но вообще обычно очень много способов, как куда-либо пройти. Крыша, вентиляция, например. Просто обход какой-нибудь в сторону. То есть обычно 3-4 способа, да, в этом где-то? Ну, примерно так. Если какой-нибудь взять там мейновый квест или сайд-квест какой-нибудь глобальный. Ну, в основном, да. Ну, любой поистайл, скажем так. Это, а ты Катару-то еще не ходил под КВЛ? Это тот, который тебя просит принести хуйню, а ты мог ее принести заранее? Да-да-да-да. Это он? Нет, именно... Пока еще нет. Атар это, у которого ты забираешь эту деталь. А, нет, ему не ходил еще. Там даже ачивку за это дают. Да я знаю, да, на плойке делал тогда. Но у меня не платина, но неплохо, кстати. А ты можешь посмотреть же, да, по-моему, сейчас на плойке? А, у тебя же... Ты плойку не продал? Нет. Все, красава. Не продавай бетру. Чего эти 10 тысяч там, 12, какую роль сыграют?
не такие деньги, а это воспоминания. Плюс потом ты, знаешь, запустишь ее там лет через 5, да, посмотришь на старую библиотеку игр, послушаешь эту вот пилотку. Ну, понимаешь, типа, у тебя там это, может, там в ЕКБ холодно будет какой-нибудь зимой, а ты запустишь турбину и погреешься от обогревателя качественного японского, его, понимаешь? Да. Шум только никто не оценит. Очень страшно, зато тепло оценят. Ебук. Ньюспейпер. У тебя, наверное, просто бридж сломал, ты поэтому платину не взял. Что у меня бридж? У тебя просто бридж сломал, ты, наверное, из этого платину не взял. А я даже не запускал его, по-моему, если честно. А что там вообще? Как там кооп работает? Что там делать надо? Ну, я, там не обязательно в кооп-то проходить, можно в соло, я, в принципе, если соло проходил. А там, по сути, уровни дают те же самые. И цель ставят. Это как мини-уровни такие, на самом деле. Как Immersive Sim, типа? Нет. Как в Prey? Нет, совсем прям там миниатюрный уровень. Там два максимума, не знаю, три тоже. У тебя, скажем так, решение проблем. Мне так нравится фоновый саундтрек вот этот, я прям не могу вообще. Меня прям изъебает. В Human Revolution, по-моему, не такой классный саундтрек, если честно. Trace program initiated. Access granted. Lina, I spoke with the bank and they expecting. Как тебе моя русская озвучка? Вообще классно. Топово, да? А там канал есть вот один на ютубе. Не знаю, наверное, рекламу сейчас посчитает. Но я вот... Ну, подписку на самом деле ради него оформлял в каком-то плане раньше. Подписку какую? Премиума? Да. Gaming Ambience называется. Там различные, короче, эмбиенты на час с видеорядом. Ну, видеоряд не обязательный, но вот чисто эмбиент послушать очень даже приятно. Так. А найдешь мне Mankind DBDB? А у него там целый плейлист есть, там и Human Revolution есть, там, по-моему, Prey есть. Не, мне нужен Mankind, DBDB и вот этот именно, базовые части Праги, где дом Адама. Ну вот, который сейчас играет. Там несколько Праг всяких разных. Mankind Divided, 84 видео. Human Revolution 119. Много, да? Ну так это, Бетта, расскажи мне свою перспективу как фаната Deus Ex. Я, наверное, все же не такой серьезный фанат. Вот мы, наверное, с тобой... Ты Ведьмака не любишь же, да, по-моему, ты говорил? Ну так. Ну понятно. Ну, в общем, я в Ведьмаке, наверное, просто больше разбираюсь, а ты в Деусе, поэтому... Ну, наверное, хотя в Майнкайнде я не меньше тебя разбираюсь, судя по тому, что я там помню свои квесты, а ты нет. Ну ладно. Но, ну, вот видишь, с этим, с секретарем, например, то, что я же тебя спрашивал, по-любому в компе секретарь, типа, а ты такой, что-то я не помню, а я потом взял, нашел сам, при этом не залазил в интернет. Ну, короче, что не так с... Почему Human... Что? Ты Human Revolution в 2011 проходил вообще или потом? Наверное, потом, да? В 12-м. Угу. Год спустя, когда уже Director's Cut вышел, получается. Ну, правильно? Mm-hmm. Ты с директором Скатом уже проходил? Скатом, да. Скатом. Ну, и чё не так-то в итоге с... Mankind Divided? Что, ну, что не так? Надо у спрашивать, что не так. Для меня всё так. Ну, просто... тебе больше понравилось что в итоге? HR или MD? HR, MD, видимо. MD тебе больше понравилось? Петра, ты сюда вот таким путем залазил или нет? Я сейчас еще один просто нашел. Видишь? Вот таким, вентиляцию. Ну вот.
Там можно с чуваком, по-моему, договориться или вырубить его вообще. Первый раз, когда я туда пришел, я вообще вырубил его. Мы сейчас обратно пойдем, я туда не хочу пока. Келлера. Да я так. Прощупать почву, так сказать. Негативно, шума тоже было много до релиза. Там новости. То там про микротранзакции новость. Угу. Просто еще про вот этот аугментируй свой предзаказ. А что там было-то с этим? Что-то там уникальная какая-то тема, да? Ну типа, там количество наград было, что ли, и типа, чем больше людей предзаказывают, тем лучше якобы награды там. Типа начинают, по-моему, с цифрового саундтрека, что ли, заканчивая там к доступу к игре на пару дней раньше, всякое такое. Ну, в общем, никто это, короче, не оценил. Странно, я бы оценил бы такое, разве это не классно? Мотивация людей, чтобы больше предзаказывали. По-моему, логично. Знаю, видимо, не все ценили. Ну, вот сейчас вот выпендривались, и что мы имеем в игровой индустрии? Нормальные игры выходят забагованными, плохо оптимизированными, а другие игры выходят оптимизированными, но... Сраная плеховка. Но? Но? То самое но. This isn't about you, it's about me, да? You don't want to keep doing that. Ну, я люблю все равно пятой гири, даже несмотря на эту фигню, потому что там интересный геймплей, там интересный мир, там классный первый акт, про который миллион раз уже говорил. По-моему, сюда вот можно вот так пройти. You say something? Didn't think so. I'll go. Так, что-то сюда пошел. Я бы как-то поверху пролез, по-моему. Ну, это тоже поверху, да. Но я... Проще, конечно, вырубили бы было, если честно. По факту. Бля, там с воздуха можно тейкдауны делать или нет? Я что-то не помню, у меня сомнения. Именно чтобы прыгнуть и... По-моему, нет, да? Нет. Через гараж еще можно, Миша пишет. Вот тоже правильно, да. Правда, правда. Находим разрешение. Я через гараж вспомнил, я когда выходил отсюда. Я тогда так сделал. Блин, вообще стоит ли Tranquilor Rifle ставить? Тратить, в смысле. Даже вот не знаю, если честно. Я почему-то думал, что ты с пистолетом будешь играть. К стан-пистолет или револьвер? Нет, стан-пистолет. А я тогда брал леталку, короче, и... Ну и револьверы, они просто пачками лежат эти, а транквилка дорого стоит. Я поэтому снайперку себе взял. Ну, потому что по бабкам она выгоднее всего получается. То есть, если я даже захочу сменить плейстайл, выгоднее будет с этой. Потому что транквил, по-моему, он еще и не сразу его купить можно, а когда можно, он достаточно дорого стоит. Потому что станган, он, по-моему, не такой дорогой. Но станган там зато он это... А, ну нет, там же тоже патроны у него, то есть он не бесконечный же, да? Там сразу к бабе попадешь. Слушайте, а вот у меня прицела нету. Это из-за того, что, бля, я на харде же играю, по-моему. Может, из-за того, что у тебя нет калиброванной аугментации? Да не, вряд ли. Бляха, Никитос просто все радары уничтожил. Вообще без шансов. Как его обгонять? Что за Никитос? А про какого ты Никитоса подумал по поводу пятницы? То что мы с Андрюхой там часто это Никитос, Никитос? Ну какой-то да, Никитос там с работы, нет? Я хочу показать. Да не. Надо дверь закрыть. А их, по-моему, спрятать можно.
не помню куда. О, вентиляция. Секретари. Чё там? $1998 код. Гараж? Да. Гаражный. Будь здоров. Спасибо. Осень. Да, все, коронавирус, пизда, ебать, это еще нахуй. Я труп. О! Стенку можно было пробить через соседнюю комнату. Если бы я не захотел бы искать этот. Сейф. А, сейф там, по-моему, награду эта девушка дает. Блин, она, кстати, симпотная. Это я точно запомнил. Еще мы ее найдем и оценим от 1 до 10. Массовая оценка. Да, вот это. Зацените. Бля, она в катсцене вообще заебись выглядит. Так, ну все. От 1 до 10. Давайте. Looks like an old toy factory to me. Except something tells me it's not toys you make here. This is Drachum. Батер, давай. The men outside that. Не знаю, не хочу оценить, мне эту прическу уже бить. Well, почему? Ее часто использовали? Ее часто использовали, она была в трейлере. А мне наоборот нравится такая. Без квеста сюда пошел? Да, без квеста пока. Так то там сразу можно, по-моему. Мне вот реально, что в Мэнкайде не нравилось, то, что некоторые квесты могут продвигаться вперед только по тому, как ты по сюжету пошел. Я уже неоднократно про это говорил, но, типа, вот, это прям вот основной недостаток. Ну, это логично, но с другой стороны... Милена is no ringleader. I just... I'm not very good. Да, у меня есть прическа и ее одежда, то, что она прозрачная, вот эта, блядь, как этот... защита от дождя. Драгомир. What else can you tell me about Drahomir? He runs a fake police checkpoint with some friends of his. The police credentials are made for them. They are some of my best work. Very convincing. Unfortunately. So the real cops. They think Drahomir is one of them. Either that or he pays them off. Пацанах она нормально прям выглядит. They ну, игра. Вот просто присматриваюсь к деталям. I guess it extends even to the fake можно ones. Сменить, там, по-моему, нет. Плащ другой выбрать. Что-то все дефолт вроде. Плащ. Забавно у тебя манера речи. О, сэр. Да вы не из России? Или мне показалось просто. Ну ты сказал. У меня ощущение, что ты сказал не плащ, а вот так плащ. Плащ. Это плащ, пацаны. Ну, по-моему, можно менять. Я просто не стал, по-моему, переодеваться, если честно. Наверное, сам затупил. Там можно, по-моему, плащ с Human Revolution взять, да? Фак Трамп. They are sent to hell simply because their permits aren't up to date enough. So you work for these guys because you think it's the right thing to do? I work for them because they scare me. The men outside, their job is to protect me. Either I fulfill the orders Drahomir throws at me, or he does that whole gun waving thing. I do not like guns. Where do I find Drahomir? Ну, на этот трамплин поставили прямо в кусты. Может, мне тоже Forza Horizon скачать? Но я там бомж. А, что с мультиплеером Gears of 5? Ты все? Не будешь попробовать пытаться? Нет, я игру удалил, у меня нет ни единого желания снова загружать. А Hypebusters ты прошел? Нет. Вот так. Hypebusters же топ.
А, или там этот рыжий ирландец, шутник, да, у тебя аллергия на шутки. Gears of War запустил все, ебать. Serious Face Activated, ебать. Clone Face Argun, ебать. Чисто сидим, да, там. А какая у тебя любимая часть Гири? У меня почему-то ощущение, что первая, ебать. Потому что она, блядь, самая серьезная, нахуй. Там практически вообще не шутит. Мы в Ultimate играли. Я что-то оригинал так и не попробовал. Оригинал серьезнее. Да, оригинал еще серьезнее. Опять Coalition пришли, все заруинили. А это Coalition уже делали, да? Ultimate издание, да. Вот эта дебильная сцена с Брумаком, где Коул и Берт якобы его в упор не видят, такие, ха, мы убежали. А потом он их палит и такие, ой, черт, мы не убежали, это Coalition. Уже чувствуется рука мастеров, да? Ну да, аналог Ubisoft Quebec, судя по всему. Бля, а прикинь, легендарная студия Ubisoft Quebec совмещается с Coalition и совмещается с... еще с кем, ебать? Со Square Enix и делают новую часть Lara Croft. Ты можешь себе представить? Ну, Square Enix же издатель. А кто Lara Croft? Eidos Montréal, да, делал? Eidos Montréal. Либо последняя Crystal Dynamics. Часть, походу, вообще... О, точно, они делали, да, Crystal Dynamics. Ну, этот, Shadow of the Tomb Raider делали Eidos Montréal. Кстати, мне Колясик вчера рассказывал, что, короче, $100 миллионов, типа, вот на эту временную эксклюзивность, и он, типа, говорит, что это так много было тогда, типа, а я не понял этого, типа, по-моему, не так что-то и много, по меркам больших компаний. Ну и вообще они правильно сделали, мне кажется. То, что Ларку задержали, выпустили. И вообще, кстати, вот это рофл, не стоит забывать, насколько силен Xbox 360. Все же в курсе, да, то, что Rise of Tomb Raider, она еще на Xbox 360 выходила. Можете себе представить, консоль с железом 2005 года вытянула игру, причем ее реально можно было пройти и поиграть нормально. То есть там графон для уровня Xbox 360, там вообще просто левел фантастический был. То есть 10 лет спустя и вытянул такую игру, прикиньте. Я единственное только помню, что очень много это хейта получило в свое время Rise of Tomb Raider. На PS3 нету, да. За вот эту эксклюзивность Миша для Xbox. А в чем хейт заключается? Я понять не могу, в чем прикол. Ну, типа, оригинальная Лара, она же на PlayStation, якобы у людей с PlayStation ассоциируется. Понятно. А тут нож в спину такой. Алды забунтовались. Миша пишет, дорогая жопа Лары. Да, это точно. 100%. Алды сбунтовались, где загадки. Я вот помню в детстве, ну мы все играли. У кого какой самый любимый Tomb Raider, скажите честно. Я честно признаюсь, я только одну часть прошел. И да, все догадаются, какая это часть. И все сейчас назовут одну и ту же часть. Потому что мы все примерно нового возраста. Давайте, давайте, какая любимая часть Tomb Raider? Да, все, ну просто, ну серьезно. Потому что Underworld 2008 года это трешак, где, по сути, то же самое, что в Легенде. Они пытались опять сыграть на сексуальность, там все дела, но она стала просто супер тупая. Я в Underworld только играл. О, понятно, репорт. Anniversary, вот этот, 2007 года. Бля, я там даже не смог ее замок пройти, ее вот эту тренировочную, эту головоломки. Я там только первый уровень прошел, где динозавры, ебать. Следующее, где там в Перу, по-моему, происходит, или нет, не в Перу, где-то в другом месте. Короче, я просто не смог вот эти головоломки проходить. Я просто, я с детства это терпеть не могу, мне не нравится. Вот акробатические головоломки, это классно. Но вот когда вот эти вот пазлы решать, блядь, ненавижу. Вот мне, не знаю, не нравится. И Legend я прошел только потому, что, типа, там не жесткие пазлы были. И все. Вот в Uncharted тоже вот обожаю эту серию игр, но я не люблю эти головоломки решать. Они там простые хотя бы, серьезно. Некоторые там можно хоть чуть-чуть над ними посидеть, подумать, для такого дебила, как я, но... Хотя бы, типа, они не отбивают желание просто выключить игру нахер, серьезно. Бэттер, так что в итоге, чем тебе больше Манкайн DVD нравится, чем
Human Revolution. I like knowing there are other options. Okay, so stab him, scare him, or get the police to do their job. Вниманием к деталям, наверное. Сеттингом. I remember Драгомир mentioning this cop who threatened him. В третьем акте. She was hanging around his checkpoint. Who knows? Maybe there really is one good cop in Prague. В третьем акте, но не знаю реально. It sounds like the safest bet. Я даже хотел. Otherwise, you're asking me to pick a fight with a bunch of guys in uniforms. Scam artists. Очень классно. The whole city would come down on you. Очень мне нравилась музыка и вообще как выглядит. Right. And just so we're clear. Я вот одной вещи не могу понять, почему игра даже на этом мониторе так хорошо в катсценах выглядит. Какое здесь разрешение в катсценах, я не пойму, если честно. Хрена, это надо прыгнуть 360 метров. А? Чё говоришь, Беттер? Да я делал прыгнуть Форзы. Че, вообще 446 прыгну, пацаны, вы на чём там прыгаете на таком? Шутка, что ли, какая-то? It depends what you have in mind. The docs I make, they really can fool the authorities. Sort of. Sort of. Драгомир flooded the streets with forgeries. So the city started tracking more, adding scanners, validation numbers. Now, unless one of my puppets gets activated in the city database, it's just plastic. So you're telling me these people pay for forgeries and then probably get deported anyway. Да не, на самом деле, просто это, когда разговаривал, диалог не продолжал. It doesn't have to be that way. I have two permits that I literally just made, and I think we can really help these people if you're willing. All right, how do we help? Their names are Edward Broad and Irenka Bauer. Драгомир был плащ у него хорошо прорисован, конечно. Видно вот эти маленькие детали. Early Christmas present. You said it's just plastic and people get deported anyway. How does this help them? I think I know how to get them activated. As long as you're willing to follow through. All right. Мне кажется, единственное, как сейчас могут скоречники снова попробовать заехать на Hype Train. Once they learn that Драгомир's been taking care of the other people, leave me alone. Раз сейчас так ремейк популярен. He's the one I'm scared of. Да ну? By the way, there is a safe over there where they keep their money. Ну, опять не знаю, время так идет, мне кажется. 2489. Скорее ремейк Human Revolution, быстрее дождемся. What about you? Way ahead of you. Deal with Драгомир. Брат, look at this. She's kind of bad, though. Почему они так прыгают? Достали. Что они там делают у тебя? Да я эти всякие радары, короче, прохожу, типа, на скорость, там, прыгнуть как можно дальше. На 30 сды пытаюсь. Ну, на 365 метров прыгнуть. Пацаны тут на 400 прыгают. Я только не помню, про какой сейф она говорит. Про сейф, который там на входе стоял, интересно, это тот маленький такой. Сейчас посмотрим. Коджи дает. Вот это здесь, по идее, это тот терминал. Да, 2-4, да, это он. И лол, там рейсинг защиты 4. 2-4-8-9. Ты его прошел. Я его не прошел. Фраг, гранейт, открытый чип. Это нормально там. Бабки-то упали, ёпта. Чё, геймплей Far Cry, что вы видели? Как у вас там отношение к нему? Я только на E3 смотрел. Больше не стал. На крышу их закинь. Это можно как-то делать. Но я, и, может, они умрут или повредятся. Все, ачивка не выпадет, пацифист. А, бля. Беттер, посмотри. Не осуждаю. Понимаю. Принимаю.
где моя винина? Бухой уроборос уснул на тусовке. Шучу. Тут Андрей записи смотрит. Отомстит мне потом. А, ну как-нибудь. Даже Громань написал про этот асфальт. Теперь условно бесплатные гонки Асфальт 9, доступные на Xbox One и Series. На Series X, как отдельно отмечать разработчики, играть можно в 4К с 20 FPS. Не понимаю, зачем. Что она забыла на консолях. Не так поймут коллеги-бандиты. У них это Баба Яга едет. Сильно проехал. Изначально Асфальт 9 вышел еще 3 года назад, а теперь помимо Xbox доступен на ПК, Nintendo Switch и мобильных платформах. Зачем? Бля, нереально какое-то то место прям. Бля, это рофл. Стелс. Ну, вообще все честно. Блять. Ну, игра. Ебать, здесь квикскоу быстро работают, нахуй, побыстрее, чем, блядь, в последнем ходе. Ты чё так затупил-то с Mankind DVD? Теперь же опять скидку 300 лет ждать. Это же шанс реально вернуться. Ну ты проехал. Ты Prey будешь играть вообще, кстати говоря? Тоже 60 FPS все дела. Был бы на все это время. Так, найди время, ты сейчас в Forza сидишь, скачивай Prey, да и все, и кайфуй. Ты ж знаешь, это прекрасная игра. Я бы с удовольствием ее с тобой пообсуждал бы. Хотя бы компанию. Как бы это такой. Это что за хуйня какая-то космическая? Какая-то непонятная игра. Про что игра-то, я не понял. Бэттер, это ты? Такси про мне почвища. На улице дneska není bezpečno. You holding? Radši se někde schovejte, policajti dneska řád. А к Human Revolution ничего же не выходило, да, кроме вот этого Director's Cut, который что-то там какую-то миссию расширяет, да? Missing Link там был. Да. Это когда что происходит? Я что-то забыл, там какой-то что-то вырубает его или что там? Эх, я уж сам на них вспомню. Я не помню, как костюм менять. Я все прокликал. Лол. Фрагмент под холодильником лежит. Но для этого сила нужна. Беттер, ты не помнишь, где костюм менять? По-моему, шкафчик. Гардеробная. Входы. Блин, ну какая здесь атмосфера, вот этот цвет. Кстати, вот какой цвет ассоциируется больше всего с Deus Ex? Мне кажется, желтый, да? Ну, из-за... Ну, серьезно. Хэра. Ну, даже... Ну, вот просто вот я сейчас зашел вот в свою хату, да, и ведь здесь вот везде желтый. Причем не солнечный желтый, а вот какой-то вот он дымно-желтый такой непонятный, короче. Блять, вот смотришь, например, Skin Shield. Я так понимаю, это мыло какое-то. Видно, что написано. Кример Тайзер какой-то, блять. Абрагайзер. Короче, не могу я найти пока душ.
О, сейф. Мультитул нашел один. В картине лежал. Блин, как его проебал первый раз. А, вот он, шкаф-то с этими. Только непонятно, как переодеваться. Бля, я помню, что... Вроде просто подходишь, да, и он там это... Беттерт. Я тут. Сейчас. Может, у меня просто нету шмотки какой-то. Не знаю даже. Outfits. А, ну так тут вообще меню меняется. Тут хлопья еще можно покушать. Cereals. Странно, я почему что в шкафу. Интересно. Беттер, а почему-то костюм в меню переключается? Что за херня? Я вообще вижу. Modern. Classic это что-то другое, да? From Deus Ex Mankind. Ой, Human Revolution. Ну-ка, как мы выглядим? А чё-то ничего не поменялось, по-моему. Чё за бред? Ты армор только поменял? А, я не заплавил. Сейчас, подожди. Да, классический, кстати, реально лучше выглядит. Симон Революшн, чем это. Это какой-то бомжатский. Второй вообще какой-то свеговый. Вот это вот я вот это хочу одеть. Даже вот эти... Там еще и перезагрузку полную делать надо, прикинь. Прикольно. Вот эти плащи, по-моему, тоже за предзаказ якобы шли. Тоже они как бонусом хотели их сделать. Охренеть. Одежда, которая вот здесь висит. Они поменялись местами, то есть он три костюма доступно, вот они на вешалках лежат. И до этого лежала вот здесь третья, вот здесь первая, а вторая пустая была, потому что она мне одета была. А сейчас она по-другому висит. Да, другой тренч. Красивее. Как-то этот больше нравится. Странно только, что нельзя в самом поменять. Слушай, Миша, а какие хлопья кушать ты здесь? Я не понял. Что за хлопья... Парень, ты чё там в дерево едешь? Неплохо. Баттер, ты чё не знаешь про хлопья? Нет. Миша говорит, что можно хлопья поесть какие-то. Тут где-то активность должна быть. Это ты про стрим, Миш? Что-то активности нет. Тут где-то должна быть активность, но ее нет. Блин, так не хочется келлеру идти на самом деле, потому что лишишься базовых способностей больших количеств на самом деле. Нахренеть. Абсентин лежит. Давайте абсентин засунем в микроволновку, подогреем его и выпьем. Посмотрим, что будет. 10 пранков, которые вышли из-под контроля. Надо сейчас продать много чего будет. И обменять информацию, потому что у нас это какое-то вещество там есть. Редкое. Будет телек смотреть. Кстати, какое у тебя отношение к шерифу? Вообще, как, ну, мне он нравится, просто почему-то импонирует. Я хоть... Первый раз Command & Divided проходил, я не очень хорошо был знаком с Human Revolution. То есть я просто примерно понимал, что там происходит. И, по-моему, ролик вот этот 12-минутный смотрел. Но вот он вначале, когда я с ним разговаривал, мне он как-то импонирует, не знаю, этот шериф. Мне кажется, он прикольный. Ну, нормальный мужик, не зря же его иллюминаты хотят. Нехорошо, скажем так, с ними поступить.
Не, ну он Дитраджис с колен поднял. Это местный Фил Спенсер, короче. Нет, это местный Собянин. Собянин? Как похорошел Дитрайт при Шарифе. Так, ща приду. Алло. Прием. Прием. Какой-то Талос Ракер, это кто, ебань? Это шутка, да? Что за Талос Ракер? Тракер? Рукер ведь разве? Да, я угораю, да. Это же этот типчик, который организовал атаку, да, по-моему, в итоге. Он же все это спланировал. Или что он там это... Он не друг, короче, он его предал, этого, шерифа. Да? Yeah. А кто он? Глава этих, как они? Арк, КПА, если говорить. Ну, из Russian language. Так, я пока стрим останавливаю, потому что надо поесть. Но отходить не буду.